спокойно. Мне не хватает рамки. Уважаемые телезрители, мы ведем прямой репортаж из каталонского дома престарелых. С утра у нас была жидкая яишенка и мелко нарубленные сосисочки. Мелко нарубленные старички. Да. По утрам у них здесь гимнастика, и они исполняют элементы зажигательного танца, сопровождающими криками. Да. Давай крик изобрази. Это чайки, они поддерживают нас морально и сверху. Аморально, да. Для морали мы сюда приехали, разумеется. Вот. Мы сбежали из пансионата и пришли к морю. Да, как нас только не уговаривали. Уважаемые телезрители, вода адски ледяная. И мы не сомневались, что в Борисове Александре течет еврейская кровь. Иначе кто бы привез меня в такую холодрынь к морю? Да, я решил сэкономить на Наташе. Поэтому пусть она лучше пьет водку, чем купается в этой холодной воде. А я ведь хотела взять кипятильник. Мама отговорила. А ведь сейчас подогрела бы и искупалась. Я чувствую, что я бы даже его почувствовал бы сегодня ночью, этот кипятильник. Я хотела взять большой простой карандаш, но Саше не понравился диаметр. Мне не понравилось, что он простой, не люблю простые вещи. Мы на этом заканчиваем, потому что, возможно, сейчас будет экзекуция. Сначала будет купание красного коня, а потом борисовского. Да. Ослика. Все.